Сегодня в Муравленко прошла тренировка по гражданской обороне. Специалисты проверили работоспособность систем экстренного оповещения населения. Граждане, внимание! Проводится тренировка по оповещению населения. Просим соблюдать спокойствие. Учения организованы единой диспетчерской службой для отработки действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Городская система оповещения состоит из 35 громкоговорителей, установленных в разных частях города. Тренировка показала полную готовность системы оповещения. По результату тренировки могу сказать, что все системы сработали на отлично. Оповещение прошло успешно, все громкоговорители сработали. Соответственно, до этого население было предупреждено, да, мы давали и объявления, и строчки, что это будет проводиться учебная тренировка.